Привет, привет, ребята, с вами Талига, и сегодня я вам постараюсь объяснить, как установить на свой VPS сервер с операционной системой Fedora 14 графическую оболочку XRDP. Для начала мы входим на свой сервер через программу PuTTY по SSH. Заходим на свой сервер, логинимся, и, собственно, все очень просто. Я не буду вам показывать это все, так как это займет очень много времени. Во-первых, а во-вторых, я не хочу палить свой настоящий IP-адрес. Я вам все сейчас подробно расскажу, что очень легко сделать. Этот текстовый документ, то есть эти все команды будут в описании под этим роликом, который вы можете спокойно скопировать. И что нам потребуется делать? Вы копируете не все вот так сразу и вставляете туда, а все по отдельности. Вот сейчас я все сейчас разделю при вас. Вот все, сначала вот эту строчку, позже же эту, далее вот эту. И так все до конца. У вас может вылезти вот такое предупреждение о том, соглашаетесь ли вы установить это или нет. Y это да, собственно, N это нет. Вы должны тут вписать. Вписываете Y, нажимаете Enter, то это да. Вписываете N, нажимаете Enter, то вы прекращаете установку. Да, и в общем-то все. Я не помню, какой это команде будет выбивать. Но, собственно, это не важно. Просто... Даже не отступаете пробелом, ничего. Сразу у вас выскакивает это окошко, нажимаете Y и Enter. Загрузка дальше пошла. Все, собственно, я вам все, думаю, объяснил. Это очень легко сделать. Все команды в описании. Всем удачи, всем пока.